Итак, всем привет! С вами канал Александра Богинского «Игра на гармонии». Попробую сделать видеоразбор мелодии «Седая ночь». Поехали! Мелодия состоит из вступления, проигрыша, куплета и припева. Вот так она звучит на гармонии. Гармонь 27 на 25, поэтому у кого 25 на 25, две верхние кнопки, внимание не берем, да? И гармонь, тональность ми мажор. Вступление. Вступление состоит из аккордов фа мажор. Ми минор. И ми септаккорд. И потом еще раз фа мажор. Ре мажор. И ми септаккорд. И две нотки. Вот еще раз. Вступление. Бас играется по одному басу. Проигрыш. Начинаем с ноты ми первой октавы. Вот она. Ми
два аккорда. Фа мажор и ми септаккорд. Левая рука на проигрыше. Куплет. Начинаем с ноты ми второй октавы. Еще раз. Мажор, ми мажор. Еще раз. Thank you.
припев. Еще раз. Вот и все. Приятного просмотра. Всем пока. До новых встреч.